Всем здорова, дорогие зрители, и вот подошла вторая часть по изготовлению арбалета. Так что погнали делать. В интернете нашел самую простую схему спускового механизма и перечертил по своим размерам. Основные спусковые детали буду изготавливать из 7-мм пластины, а корпус из дисковой пилы. Для возвратной системы я еще не решил, какую пружину буду использовать и каким образом крепить. Придется потом обдумать и выбрать самый подходящий вариант. Начинаю я с вырезания начерченных деталей, после наклеиваю их на пластины, ну а дальше отпиливаю, обрабатываю и высверливаю отверстия. Вот наконец-таки я добрался до возвратного механизма. Как видите, сделал такие маленькие металлические брусочки, которые будут приварены с обеих сторон. Ну а в роли пружины буду использовать вот такую пластинку, вырезанную из обычной металлической линейки. Прорежу в этом месте паз, куда будет вставляться пластинка, и с этой стороны сделаю отверстие с резьбой под болт для фиксации этой пластинки.
Ну вот, в итоге готов спусковой механизм. В корпусе сделал еще два дополнительных отверстия для крепления в ложе. Теперь остается только наметить место расположения спускового механизма, после насверливаю отверстие, подобрав сверло под толщину механизма, и стамеской аккуратно зачищаю, так что плотно заходил спусковой механизм. Далее сверлю отверстие в ложе для крепления и после устанавливаю механизм в свое посадочное место, закрепив его на два болта с гайками. После установки спускового механизма дополнительно я сделал прижим для стрелы, выпилив полосу из старой ножовки и с помощью горелки придавал вот такую форму. Ну а эту деталь, которая называется стремя, сварил из трубки и двух полос металла. Крепить буду вот на эти два болта, на которых держатся плечи. Перед сборкой остается все покрасить и можно будет собирать. В роли тетивы я взял 2-миллиметровый трос, делаю с одной стороны петлю и фиксирую ее на два алюминиевых зажима. После отмеряю длину меньше, чем сама дуга, и тоже таким же образом ставлю зажимы и натягиваю тетиву на арбалет. Спустя полтора месяца наконец-таки я сделал арбалет, и можно было проверять максимальные характеристики. Но нет, проблема в том, что на дворе зима, а полипропилен на холоде становится жестким и теряет свою упругость. Тест, естественно, я проводил, но был им недоволен. После первого выстрела болт улетел на расстояние 65 метров, ну а после остальных выстрелов болт даже до 40 метров не долетал. И упругость плеч пропала до такой степени, что тетива с посадочных мест слетала. Так что результатами я был недоволен, и придется тест перенести, когда растает снег и потеплеет. В начале весны этот тест обязательно выйдет со всеми замерами максимальных характеристик и переделка плеч, так как в ходе стрельбы на морозе появилось много маленьких трещин, из-за которых натяжение арбалета во много раз уменьшилось. Так что на морозе не стоит использовать лук или арбалет, сделанный из полипропилена. Ну а сейчас в мастерской просто постреляю по мишени. Так что погнали!
На этом видео подошло к концу. Если вам интересно, как изготавливался болт для арбалета, то ссылочку оставлю в описании. Ну а так, не забываем ставить палец вверх, если вам понравилось, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока. В общем, произошли некоторые казусы. Из-за низкой температуры на улице произошел небольшой дефект лука, из-за которого прослабла тетива. Идет сбор оборудования, да. Мишени так и не удалось протестировать. Создатель канала маленько негодует от того, что произошло. Зато опробовали новый штатив. Все замерзли, все злые, все хотят спать и есть. Мы пробыли на этом долбанном морозе 3,5 часа. Но одно того стоило. Мы получили несомненный опыт, который мы потом приумножим в следующих попытках, когда будет немножко теплее. А теперь немного красоты. Ну что мы хотим сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылочка будет в описании. Хорошо, что Лену не взяли. Будем радовать вас, стараться новым контентом, снимать новые видео. Что-нибудь туда придумаем с этим. А пока, ну, не без неудач. Да, Владислав?